В столице Тайваня рухнул в реку самолет частной компании TransAsia. По последним данным, погибли 9 человек и 10 получили ранения. Всего же на борту находились 53 пассажира и 5 членов экипажа. По неизвестной пока причине, практически сразу после взлета из аэропорта Тайбэя лайнер накренился и стал падать. Он задел автомобильный мост и упал в реку Цзилун. Кадры аварии запечатлела камера видеорегистратора. Сейчас из салона самолета эвакуируют пассажиров. Около 20 человек уже спасли. Некоторым удалось выбраться на берег самостоятельно.